Вот я вышел из дома и показываю вам фильм. Видите, сзади сорока хочет собачку клюнуть. Видите, она к ней подходит. А собачка учуяла. Видать, охотничья. Ой, струсила. Ну ладно, друзья, это я вышел сегодня с целью путешествовать по городу. Я вам сниму фильм сегодня. Это начало фильма. Я пошел. Я сегодня еду в незнакомые мне места. А вам тем более. Вперед! Ну вот здесь, друзья, от маленькой Японии, Токио, я пойду и вас поведу в эту сторону. По этой вот дороге. Тут, правда, развилка. Я на перепутье двух дорог. Я, короче, не знаю, в какую сторону мне идти. Или туда, или сюда. Ну, я нюхом чую, надо идти туда. Пойдемте туда. Вот я поднялся снизу, друзья. И пойду. Вот прокат автомобилей. И по этой дороге я пойду прямо. Вот, друзья, вот та дорога была тупик, а вот здесь я пойду по этой вот тропинке железной в гору, где молятся наши любимые кришнаиды. Попробую записаться в их кришна. Лестница качается, я иду. Она качается, видите? Как здорово. Ну, посмотрите отсюда, понаблюдайте. О, красивая крыша. А там, черт его знает, какой район, я еще пока не осмотрелся. Я здесь впервые. О, смотрите, какие горы скрываются. Сейчас мы еще... Вот здесь, друзья, о, какой обзор, посмотрите. Это Владивосток. Я поднимусь еще выше и покажу вам еще выше. Вы посмотрите, какая панорама сейчас и какие скалы. Вот скалы, кришнаитские скалы, они здесь молятся. Но это кришнаитская тропа, сейчас мы по ней пройдемся и вы посмотрите. Ну, конечно, потрясывает камеру, да, но я, друзья, постараюсь держать поровнее. Я точно помню последние 20 лет, когда я при памяти и не пью, я здесь не бывал. А раньше не помню, где я бывал. Потому что я бывало просыпался утром, не зная это место вообще. Или если где-то был, то утром просыпался на пароходе. У меня очень хорошо автопилот работал, в смысле автоштурма. Ну, как вам тропа кришнаидов? А вот здесь, посмотрите, свалка машин. Ну, еще выше, и мы у цели. Хорошая тропа у кришнаидов. Ой, я уже начинаю, друзья, дышать. Не по-нормальному. Представляете? Ну, давайте я вот сейчас бац, а потом наверху оттуда, сниму. Друзья, я поднялся. А вообще-то народная мудрость гласит, что умный в гору не пойдет. Эх, ну я же не умный. Я поклонник кришнаидов. Вот, наверное, по этой тропинке я пойду на ту гору. Это, наверное, дом кришнаидов. А внизу вот зеленый бокс, в котором я вчера еще работал. И сегодня нет. Я вот вам сверху показываю. Сейчас я наверх поднимусь по этой трубке и сниму еще в лучшем ракурсе. Ну, короче, я не умный, я кришнаид. Я полезу в гору. Друзья, я поднимаюсь. Я поднимаюсь. Я дойду. Я вредный, как кришнаид.
Я дойду. Но молитвы читать я не буду сегодня. Я сегодня просто посмотрю с этого святого места вниз, на Владивосток. Ой, уже чуть-чуть осталось, друзья. Вот гляньте еще раз туда. Это Владивосток. Движение автомобильное, человеческое. О, это поезда, депо. Поездовая депо здесь. Это, наверное, церковь кришнаитов. А вот это ихнее капище. Вот здесь они говорят, по вечерам ходят и молятся. Но я-то, наверное, не оскверню, потому что я в душе тоже кришнаит. Блин, я боюсь близко подходить. У меня высота боязни. Вдруг ветер дунет. И я вместе с ветром. Вот дует, какой ветер сильный, друзья. Я близко не пойду. Ладно, мне там нечего делать близко. Я вот еще раз вам панораму Владивостока покажу. А вы внимательно потом будете ее изучать. Разные, телевизионные, радио. Представляете? Оба. А вот это Амурский залив. Первая речка цистерна. Представляете? А там я не знаю, что я здесь не бывал. Здравой памяти и уме. Я не тоже. Ну вот теперь гляньте, какой здесь красивый камень, гранит. Хорошее такое капище. Плацдарм для плясок своих выбрали кришнаиды. Но туда я, друзья, наверное, не пойду. Нету, не вижу смысла. И вы, наверное, не видите. А ладно, давайте пройдем. Вот, пойдем. Я вам с другой точки показываю. Все, а на самый верх я уж точно не пойду, не хочу. Вот, смотрите, еще раз, гляньте на Владивосток, и я не пойду никуда. Завязываю. Вот, посмотрите, кроме меня и кришнаидов, здесь никого не было. Но кто-то уже бутылок набросал, пакетов. Блин, я не пойму, кто-то из нас, ну, кажется, я с собой не брал бутылочек. Эх, наверное, кришнаиды. Помолились, попили водички газированные и пошли в мир земной. Но это тоже, наверное, какое-то обрядное место. Вот для чего-то доска, вот бревно для чего-то. Может, оно святое, я его потрогаю. О, это я понял. Это кришнаиды качаются. Так, туда тоже тропинка есть. Блин, ну куда она меня приведет, непонятно. Здесь видны следы человеческой деятельности. Видите? Друзья, а вот из своего опыта я вам могу 100% сказать, спускаться легче, чем подниматься. Вы, наверное, заметили, я и дышать ровнее стал. Даже радостно улыбаюсь. Следы человечества. Ладно, идем дальше. Спускаемся медленно-медленно с горы. Спустимся. Кстати, я могу вам про гору анекдот старый рассказать. Как раз вспомнил, к слову. Стоят на горе бык молодой. Ой, молоденький-молоденький, старый такой. И молодой бегает вокруг него. А внизу стадо коров, я забыл вам сказать. Вон там, внизу стадо коров. Ну, вы образно представьте, что машины это коровы пасутся. И вот, значит, молодой бегает вокруг старого. Говорит, давай быстренько-быстренько спустимся и вон ту крайнюю корову фахнем. А старый стоит, жует. Представляете? О, сидушка.
здесь живут кришнаиды. Старый стоит, значит, жует, на него внимания не обращает. Но он раз пять вокруг него бегает, все говорит про ту крайнюю корову. Ну, тут надоело старому. Надоел этот бычок старый, он ему говорит, сейчас медленно спустимся и факнем все стадо. Поняли мораль какую? Не надо суетиться. Ну все, друзья, я включаю камеру, потому что здесь пошел косогор. И я могу с косогора туда нечаянно слететь. Мне надо руками держаться за эти кусты. Все. Блин, я, может, немножко не там пошел. Я не запомнил. А нет, мои следы. Мои есть вон там. Вот здесь вот стойбище. Какое это было, видите? Кострище, банки из-под сайры. Видать, жарили сайру в собственном соку и ели. О, друзья, и тут как раз поспел паровоз. Длиннющий, с контейнерами. Это меня в порт везет, представляете? Я буду охранять тот пароход, который будет грузить терминалы. Здорово, а? Я рад, а вы? Ну все, я медленно спускаюсь, потому что я не молодой. Вот здесь, вот в этом месте я спускался, цепляясь за эти деревья, и теперь я вот на тропе кришнаидов. Иду вниз и наблюдаю с правой стороны груду металлолома. Ой, друзья, я должен что-то интимное сделать, пока меня люди не видят. Но я вам скажу, вы-то для меня, друзья, пописать надо. Не говорить никому. Я что хочу сказать. Кришнаитская тропа так же опасна, как все тропы в мире. Как партизанские тропы, как тропы Хашимина, как козлячьи тропы. Все они одинаково опасны. Представляете? А, еще как серпантин. Вот представляете, вот, ну как, что со мной будет, если я вот здесь чмякнусь? Возьму вот так и чмякнусь. Туда. Не, ну я не хочу, это я образно мыслю. Вот я, значит, спускаюсь и выхожу в цивилизацию. Так вот и кришнаиды каждый день по этой тропе вверх идут от цивилизации к Кришне, помолятся ему, поговорят с ним, а потом идут в мир людской грешить, друг другу фейсы бить, водку пить и так далее. Девушки, а вы не кришнаиды? Я ходил туда, искал кришнаидов, не нашел. Нет, вы эти самые. Ну я понял. Староверы, язычники. Понял, вы староверы, язычники. А я хотел кришнаидом стать, не нашел ни одного на горе там. Вот встретились две староверки. Они, видать, там живут в доме в том. Ну все, я уже на цивилизованной тропе. Трап называется. Спускаюсь. Вы здесь видели, здесь я вам не буду показывать. До следующего кадра, друзья. Не смог я уйти. Но не смог, чтобы не показать вам красоту камня. Это как, представляете, Ну, помните, с чего Данила делал каменный цветок? Вот видите, какие красивые камни. Вот, ой-ой-ой-ой-ой. Это же природа. Это творение природы совместно с творениями человека. Представляете? Ой, вот видите, это кришнаиды или староверы натворили. У нас, ну, человек не может пройти, не оставив своих следов. Вот смотрите. Вот. Классный человек, человеческий след. Это красота. Друзья, я снова на развилке двух дорог. Туда я ходил, теперь пойду туда. А оттуда я приехал. Я пошел, пока меня вон та машина не задавила. Надо перейти, переканать дорогу.
Ну, разведаем теперь, что там. Ну, следы человеческой деятельности вы везде наблюдаете, да? Владивосток вот такой приятный, красивый город. Красоту человеческую везде видно, представляете? Ну, везде. Ой-ой-ой, какая красота. Хамский переулок 4. Теперь мы посмотрим, что там. Если кто устанет идти в гору, я не про себя говорю. Если вот кто сейчас виртуально идет со мной, из вас, тот может сделать остановку и попить кофе. Вот здесь. Представляете? Или заправиться бензином вон там, в Альянсе. А потом идти дальше со мной. Я иду, смотрю, ну это вот какой-то дом. Это древние постройки. Еще, наверное, при прапорщике Комарове с капитаном Шефнером строили. Ну, я имею в виду 1860 год. А вот тут детишки, наверное, играют. Вот качалка у них. Короче, красота. Нет, это старинный дом. Ну, по-моему, дорога здесь заканчивается. Эх, не удалось мне сходить дальше. Друзья, здесь тупик. Придется мне идти на остановку и ехать. Вот, блин. Ну, друзья, вот. Я иду дальше. О, а здесь елка еще наряжена до сих пор. Хотя сегодня 23 марта. Но люди радуются и встречают еще до сих пор Новый год. Вот я иду теперь по этой тропинке. Мне сказали, что я куда-нибудь выйду. А вот детишки играли в классике, представляете? Здесь веселые советские дети. Это автобусы для детей. А это пеньки, на которых можно сесть и съесть пирожок. А вон качельки. Это курилка для взрослых, две курилки. Тут народ дружный, советский. Советские времена. Хе-хе, во! А вот это класс, смотрите. Вот качелька классная. А вот это вот, смотрите, какое-то строение какое-то было. Прикидываете? Я в детстве, помню, тоже на деревьях разную сооружению строил. Ну, короче, вот смотрите, это советский дом. Красивый дом, построенный во времена пьяного прапорщика Комарова и его командира, капитана Шефнера. В 1860 или первом году. Ну, внимание, я пойду, друзья, дальше. Еще одна тропа со следами прохождения здесь человека. Видите, проходили здесь люди, 100%. По следам видно. Вот, кружечку стеклянную разбили. Это опять Владивосток. Ну что, дуем в гору, пока я не задохнулся. Вот, человек пил пиво. Сложил аккуратно баночки в пакетик и бросил на природе, как положено, по-человечески. Вот так мы и живем, друзья. Мы гринкаковцы. В России живут, в частности, в Владивостоке. В общем, я скажу так, Владивосток – столица гринкаковцев. Население здесь состоит из гринкаковцев. Вот, смотрите, друзья, куда я забрался. О, эта железная дорога ведет с мыса Чуркина оттуда. Вот это пошла в город, а туда прямо на Чуркин на мыс. Короче, все окей. А может, не так, может, я что-то перепутал. Я же не местный житель. Я свою деревню... Правда, хуже знаю, чем город Владивосток. А, вот, друзья, вот эта площадка, вот видите, вот. Вон, еще сооружение. Это конструкции. Стояли мост, когда делали.
Ну, опалубка эта. Она из Омска, кстати, с моей родины. Смотрите, вот уже чуть-чуть осталось. Ее постепенно отсюда вывозят на ЖД. Было много, было вообще все завалено. Смотрите, а сейчас вот потихоньку вывозят конструкции. Но пока довезут до Омска, мост-то закончили строить сколько? Забыл. 3 или 4 года назад. Эти конструкции уже скоро сгниют. А потом их опять привезут во Владивосток на металлолом. Здорово, и я встречу их. Смотрите, вон дяденька тоже идет за мной по следу. Я уйду от него, он меня преследует. Люди загорают. Это площадка отдыха. Вот я уже приближаюсь к цивилизации. Хотя следы цивилизации на природе видны хорошо. Представляете? Везде вокруг следы человеческой деятельности. Следы любви к природе. Человек, особенно в Владивостоке, очень любит природу. Ему нравится жить с природой в гармонии. Гармония проявляется вот во всем этом. Видите, человек своими отбросами сливается с природой воедино. Видите, вот кусочек хлеба. Птички клевали, человек не доел, птичкам отдал. Вот паровоз идет. Видите, друзья, электричка называется. Ну, следов деятельности я вам много показал. Теперь покажу дома. Дома, правда, красивеют, их красят в разные цвета, пластиком обделывают. Ну, и для того, чтобы лучше горел. Дома, чтобы лучше горели, их отделывают китайским дешевым пластиком. Он очень хорошо горит. Прецедентов в Владивостоке было много. О, друзья, это саквоя, наверное, корень. Ой-ой-ой. Ну все, я поднялся в цивилизацию. Больше я, наверное, тут уже ничего интересного вам не сниму. Кстати, я вот хочу показать. Посмотрите, в каких домах живут птички у нас. Видели вот на дереве? Не хуже людей живут. А вот это здание, черт его знает, что это такое. Я вот мимо него иду и уперся в Тауму или Ми. Но здесь курсанты военно-морские учатся, мучатся. Представляете, вот я еще вам сниму это. Вот здесь, в этом районе, последний раз я был лет 30 назад, когда я приехал. И меня тут же забрали на переподготовку. И здесь где-то экипаж. Экипаж — это где формирует... Ну, призывников привозят, а потом их по частям отправляют. Где-то в этом районе должен быть. Но я тогда водочку любил пить. Поэтому я не помню, где этот экипаж. Ну, вот в этом районе где-то, друзья. Вот я снимаю вам то, что вижу. И то, что почти не знаю. О, блин, я пришел в тупик, похоже. А нет, вон дорога есть. Друзья, ура, дорога есть. Я чуть не споткнулся. Ну, там, значит, офицерское училище, кадетский корпус имени ВВПП. Ну, вы знаете, кто такой ВВПП? Это наш вождь, скунс ароматный. И в честь его назвали кадетский корпус. Таких кадетских корпусов, которых в честь его назвали, в России сейчас много. А помрет, еще больше будет. Да пусть живет, ну его нафиг. Дело в том, что лучше его пока в России нет. Это я вам говорю как настоящий попенисист, оптимистически. Понимаете? Поэтому, друзья, голосуйте на выборах за ВПП. ВВПП. Остальные все... Ну их на хэ. Understand? Ой, что-то я о политике заговорил. Ну я иду, спускаюсь к остановке. О, старые домики, друзья. Ну вот это вам надо увидеть.
Вот это класс. Вот эти точно построили при прапорщике Комарове. Сейчас мы посмотрим, друзья. Старинные дома. Засекаете? Увидите старинный дом? Классно. Сейчас еще поищем. Вот. Сразу видно, что это дом старенький, потому что сарайчик вот рядом. Видите, сарай с той стороны двери. Но я там не буду проходить. Мы здесь пойдем, с задней части, а с той стороны двери, в которой хранятся дрова. Видите, потому что трубы, это печки такие. Вот я прохожу мимо сарая. И здесь, кстати, что самое интересное, как раньше бывало, помню, в моей жизни было написано хорошие слова, а сейчас фас какой-то и фут. Тьфу, блин. Раньше было написано, ну, вы все, наверное, знаете. А, вот, одна буква есть. Вот, одна буковка. Одну буковку. Дальше, наверное, не знает. Молодежь неграмотная пошла. Раньше было три буквы. Представляете? Узнаю молодость, друзья. Одна буква. Ну, я-то догадался, что там в сарае. Там дрова, а не х. Вот с этой стороны, посмотрите, на кадетский корпус и офицерское училище. А вот здесь еще домики старенькие. Видите? Красота. А вот по этой дорожке я пойду на остановку. Тут вот и голуби ходят. Ну, он идет, похоже, с остановки. Он в противоположную мне сторону идет. Ну, по этой тропе я дойду до остановки, друзья. И на остановке мы завершим наш фильм, который называется «Хождение по Кришне». Вот, представляете, вот этот дядя меня чуть не задавил и даже не посигналил. Это мне третий глаз, который у нас на затылке находится, я им увидел, представляете. О, красивая детская площадка. Ну, скучноватая какая-то. Вот красивый домик. Классный такой. Сейчас вам здесь видно? Видно. Ну вот и все, друзья. Заканчивается наш с вами сегодня поход. Вот на этой остановке я сейчас... Вон остановка, вы видите. А вот это вот, видите, друзья, это дельфин, автомойка. Автоматически моет дельфинов. Представляете? Вон, видите, дельфина там. Так что, если у кого есть дельфин, привозите. Здесь вам его помоют. И почистят. И накормят. И напоят. И деньги возьмут. Это, друзья, пока у меня есть время, я пришел фотографировать вам дельфина. Вот таких дельфинов во Владике очень много. Почти каждый имеет дельфина. И все здесь моют. Одна единственная автомойка. Представляете? Вот женщина. Она, наверное, моет. А вот я иду по улице. Последней своей улице. Перед приходом домой. Впереди меня. Представляете, красиво. Опа, идет, блин. Вообще класс.